расскажите про ваше хозяйство. Хозяйство называется ИП «Глава КФХ Поляков АИ». Чем занимаетесь? Растениеводство. Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень, овес, соя, кукуруза. И в 23-м осенью попробовали рапс. Как давно приобрели трактор «Изумлеон»? Я знаю, у вас он не один, у вас их целых два. В 23-м году первый приобрели «Изумлеон» 130-й. Вот. Приобрели почему? Сначала мы купили сеялку «Матермак» кукурузную. Вот. Под эту сеялку требовался трактор 120 лошадей. У нас в хозяйстве его не было. У нас был выбор между белорусом 1221, либо этот. Попробовали один, попробовали другой. Больше предпочтения отдали «Изумлеону». В 24-м году привезли на демо-показ «Изумлеон» 200 лошадиных сил. Ходило, подцепляли дискатор 4х4, плюс культиватор АКШ 7,2. Показал хорошо себе, и этот трактор же остался в хозяйстве. У нас только рум трехтонный ходит с ним и сеялка «Матермак». Больше ничего не делал. 200-й с дискатором пробовали, просто как демо был, потянет, не потянет. А ходил весну с культиватором АКШ 7,2. Как ощущения от тракторов? Я так знаю, вы сами за рулем иногда садитесь? Да не иногда. На 130-м постоянно, на 200-м просто пробовал. Комфортность нормальная, недостатки. Шумку чуть-чуть надо зашумить, то есть громко в кабине. И немножко поступает пыль. В тех местах, где вот педаль тормоза, педаль сцепления. Вот. Так все остальное нормально. Работает, вроде не ломается пока. Хотя все китайцев боятся. Вот. Не стоит бояться этого китайца. Да я думаю, не стоит.